5 мая ученики школы-гимназии номер 7 пригласили к себе гостей. Для детей с ограниченными возможностями они организовали концерт, посвященный Дню защитника Отечества и 71-й годовщине Победы. Подарки для детей подготовила Байханова Тамара Бельгибаевна. Это сладкие наборы каждому из деток, которые посетили данный праздник. В последнее время подопечных Центра социального обслуживания населения довольно часто приглашают на различные мероприятия, чему социальные работники очень рады. Впрочем, и дети испытывают радость от общения. Центр социального обслуживания населения города Екибастузы – это отделение социальной помощи. У нас на обслуживании стоит 112 получателей услуг, которых посещают социальные работники, оказывают специальные социальные услуги на дому. А сегодня пришло 20 человек. На волне Дня единства народа Казахстана среди творческих номеров был танец, символизирующий дружбу наций, проживающих на территории нашей республики. Помимо вокальных и танцевальных номеров, в программе были интерактивные игры.